что-то не спалось. Да, дневная фурия меня к себе и близко не подпустит. И никто не сможет заснуть или найти тайный мир, пока Беззубик не придет в себя. Эй! На что это похоже? Ты уже пробовал такое, а он не захотел. Да, но раньше у него не было причины летать одному. Пока выйдет неплохо. Что? Нет, ничего. Впечатляет. Не узнаю тебя. Ты так изменился. Я тобой горжусь. Ну, он мой лучший друг. Он счастлив, я счастлив. К тому же он скоро приведет ее сюда. Ну вот. Огонь по моей команде. Ну что, она готова? Надеюсь, ты знал, что хвост огнеупорный? Готово, Беззубик. Пикин, давай. Я же сына дождусь. Да, сейчас. Подожди, пожалуйста. Ну, готово, что? Кому-то не терпится. Еще бы. После первого свидания с ума сходим. Ура! Все тут с ума сходим, не только он. Чем скорее он приведет сюда дневную фурию, тем лучше. Да, но за ней он должен лететь без меня. Готово? Так что пусть опробует свою новую запчасть. Ты неужели? Только глянь, Беззубик. Это настоящий. Ну, что скажешь, братец? Работает. И чтоб был дома до заката, не позже. Спасибо, Игорь. Прибереги это для подружки. Спасибо, ну же, вали давай. Ты уверен? Все хорошо. Ну ладно, я побежал. Поверить не могу. Он очень классный, работает.